Так, приехали мы на красивую Мечу, на один интересный перекат, но дорогу здесь размыло. И размыло так, здесь каменисто. Могу порвать резину, и, наверное, если встряну, блин, тут просто будет пипец. Есть пару мест, где реально очень проблемно. Если взять сюда правее, здесь вот бугор не возьму я. Вот этот бугор не даст мне проехать. По этой стороне там потом проехать, но проблематично очень. Опасно в одну машину. Жалко, обидно. Машина стоит на пригорке пока. Здесь дорога прям хорошая. Место шикарное, но проехать мы туда не проедем. Поедем сейчас в другое место. Не везде. Вездеходы могут пролезть. Большой уклон и реально большая канава. Каменистая такая канава, которую колено, наверное, не очень приятно. Можно встрять там нормально. Так, ищем сейчас другое место. Попробуем, наверное, на перекат сейчас пробраться. Интернета нету, но сейчас как-нибудь доберемся. Вот, если не получится, то тогда... In high school when they met and things got kinda awkward with sparks in the air. He would stare at her in class and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know.
Будем искать интернет. Да будет связь. Серег, будет связь ты? Не знаю, посмотрим. Что ты хочешь сделать? Нормально. С ума сошел? Подожди, стой. Нормально, прочтись. Вот, понятно, конструкцию порвешь там. Ты прям наверх налез. Ты главное его потом там не забудь. Блин, вообще классно. Давай его прикрутим вместе с этим, с пауэрбанком. Да нет, в пень. Просто я наверху сейчас прикручу его и все. Ты сначала проверь, он раздает или нет. Да выше лезь, там будет G. Короче, жесть. Ты не трофи фишинг, ты мишка фишинг. А? Ты не трофи фишинг, ты мишка фишинг. Костюм целый? Целый, чистый будет, я не сделал. Вроде все поставили, все разложили, ну как бы на 80, может быть 90%. Пописюлику накатили, как положено. Да, теперь главное, чтобы ветер остановился, потому что нам придется бросать именно против ветра и в эту сторону тащить. Ну, посмотрим. Сплавлем попроще, может быть, попробуем сплавлять. Но все равно сейчас ветер очень сильный, нереально ловит. Ветер такой сильный, что пришлось даже один столик перевернуть. Там у нас баранинка. Очень удобные стулья. Вот с таким органайзером. Органайзер термо. Ну, не знаю, там какую-то холодную водичку положить, будет держать. Вот. И причем она такая, как бы, вот, ну, клеенчатая здесь, с утолщением. Если даже что-то потечет, не страшно. Не скрывается на морду. У данного стула еще есть вот такой органайзер. Он как бы пришит. Уже как бы в комплекте идет. Ну и вот подстаканник, как у многих стульев. Очень стулья нам понравились. Очень классно. Так, подходит наша баранинка. Что-то примерно там есть уже. Вкусно будет, нет? Так, сейчас отведаем к обеду бараненки. Вот это да. Супер баранинка получилась, просто вообще тает, вообще, вообще просто тает. Просто божественно. Кошки сад под. Ой. И морковочка в тему зашла. Ой. Ой.
Илюша, наливай. Так, где наши? А. Что в холодильник вообще вмещается у нас? Смотрите, картофан, пакет целый. Маринад шашлыковский. Да. Яйца там, две банки. А это откуда у тебя? Две банки консервов там, да. Кинза там, да. Лучок. Какая красота. Я там еще конин лежит. Еще и конина? Да, там еще конина есть. Какая рыбалка, Илюша, после этого. О. Там с варененькой мундире. Назад уберу. Вообще очень вкусно. Но вот за эти две порции, считай, я отдал 1000. Ну, там еще осталось на суп чуть. Ну, получается, 1300 рублей. Ну, где-то вот за две порции, вот сейчас вот это получается, наверное, 1000 рублей, да? Ну, 300 рублей там суповой наборчик остался. Очень вкусно, особенно на природе. Ребятушки, это очень вкусно. Баракином в афганском казане. Это не шашлык, это что-то божественное. С кинзой это просто бомба. Глаз не алмаз. Квасик, 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 квасик. Рекомендуем, кстати, квасик. Вот такой, очень вкусный. Да, Сережа, тебе понравился? Мне понравился. Кайф. Немножко сладковат для меня, но пойдет отлично. На зуб попасть. Thank you.
предлагаю бросить. Это что-то достойное. Так, трубу затащит. На дроп. Выходи, выходи, выходи оттуда. Там трубы. Ой, блин, ребята, это, короче, это что-то бомбическое. Походу, жерех. Друзья мои, это трофей. Это трофейщи. Жалко без поклевки. Но это бомба. Живи, монстр! Так, пассатижки-то я не взял, а крючочки он мне подразогнул. Ладно, пусть вода успокоится, пойду я поправлю снасти. Вот такой крэнк. Инкубатор дроп.
сошел. А, не, не сошел. Ну вот и все. Подходит к завершению наша поездка на красивую Мечу. Похвастаться сильно, скажем так, количеством я не могу. Но зато я взял очень достойного жереха. А голавль, похоже, перебаливает. Или после нереста, или он сейчас на нересте. Какая-то ситуация не очень понятная. Ну и ветер. Конечно, эти два дня был ветер. На каких-то местах даже ловить особо и не получалось. Спиннингистов на воде хватало, но тоже сильно я ничего такого не видел, чтобы они ловили мелочь или вообще ничего. Но все же поездка, я считаю, что удалась, если брать в зачет этого жереха. Жерех, конечно, порадовал. Единственное, конечно, взял он уже здесь под берегом. Много кайфа он мне не принес. Но все равно это приятно. Жерех был... И вся рыба была отпущена обратно. Вся, которая поймана. И жерех в том числе. Все, друзья мои. Вот как-то так. Приедем, наверное, на красивую Мечу чуть попозже. Может быть... В конце июня или в середине июня. Посмотрим. Подсечка? Подсак? Ништяк? Не, ну хорошо. Я научусь реально от движения, чтобы он вылетал. Сюда мне, да, в руку прям. Все отлично. Потечка, пошел. Все, блин, потерял. Вот, все забрал.